мальчик, а зовут меня Давид. Без сомнений, я счастлив. В чем же счастье состоит? Вот сегодня на уроке получил 5 я. Счастлив папа, рада мама, празднует моя семья. Просто рядом посмотрите, не витайте в облаках. Сложных формул не ищите, счастье люди в мелочах. Пусть пока первоклассник, мне открыты все пути. Нужно помнить лишь, что счастье может каждый вмиг найти. Всем привет, меня зовут Ксюша Максимова. Я считаю, что счастье в мелочах. Я когда-то проехала 5 сама в деревне на велосипеде. Я обрадовалась. Мне было очень рада. Мы с Кугамай делали пикник в огороде и праздновали. Привет всем, меня зовут Рая Игнатьева. Счастье, оно в мелочах. Наша семья долгое время жила в однокомнатной квартире. Я мечтала иметь свою собственную комнату. В один прекрасный день я узнала, что мы переезжаем в новую квартиру, где будет моя комната. Мама с папой занялись обустройством моей комнаты. Я тоже принимала участие в этом деле. Когда все было готово, я наконец-то зашла в свою прекрасную, чудесную комнатку, то я поняла, какое же это счастье иметь свой мирок. Я Савцов Андрей. У меня счастье такое, когда я купил котенка с Алешей и с мамой, я очень обрадовался и узнал, что счастье в мелочах. Меня зовут Олеся Зыкова. Мы когда-то поехали в деревню, и там мы праздновали. Собака большая зарезала один дядя, и другая собака есть. Говорят, счастье в мелочах. Например, я радуюсь, когда мне разрешают остаться у моего брата Антона. Мы играем вместе, засыпаем, а утром идем в школу тоже вместе. Школа там рядом. Можно хорошенько зайти и там конечно, всегда скукота. Всем привет, меня зовут София Типушкина. Мы давно поехали в Бурдасы. И потом, когда пришел Ванек, мой брат, я очень обрадовалась. Но теперь он поехал на войну учиться стрелять из автоматов, но он зимой вернется. И когда он вернется зимой, я очень буду рада. Всем привет, меня зовут Саша. Я счастливчик, потому что у меня есть двоюродный брат Демид. Наша любимая игра с ним вместе – это догонялки. Когда я его догоняю, он очень смешно смеется. Всем привет, меня зовут Суворов Миша. И давным-давно, когда мне было 2, то нам купили кота Поршика. Я очень обрадовался. И когда нам его купили, я его сразу взял на руки. Всем привет, меня зовут Женя Кириллов. Этим летом мы с папой и мамой ходили в поход на 2. В походе было очень круто и позитивно. Мы с папой ходили в лес за дровами и сухими сучьями. Мы варили еду на костре, ловили рыбу, играли в различные игры. А ночью, когда мы сидели у костра,
Я понял, какое это счастье. Сидеть по звездным небам в теплую летнюю ночь.